Всем привет, друзья, с вами снова Викс. Продолжаю играть. Так, в прошлый раз я отбил атаку налетчиков и перерабатывал мусор. Собственно, мусор сейчас и перерабатывайте дальше. А что тут? А, тут это не носит просто. Может, тут склад поставить, кстати. Чтобы они быстрее носили. То они носят сейчас, Саша, вон туда. Да, тут, кстати, да. Тут надо поставить больше складов. То есть я вон там поставил. Надо было тут, наверное, ставить. Сейчас прям ты склады бомбану. А тут что? Извлечь. Красный артефакт, минералы. Извлечь. Вот так вот. Так, тут тоже, кстати, можно выкупить. И извлечь 4. 4, неплохо. 46,51, да? Можно, кстати... А, ну я пока не... Почему нет? Нельзя обращать. А, людей, потому что ну, поэтому нельзя обращать. А, ну давайте людей возьмем. Апгрейд. Давайте, апгрейд. Деньги-то есть. Так, еще какие-то люди идут. Один за 6 не пошел ты в жопу. Мы подождем. О! 14 целых. Вот. Вот теперь можно. О! Опа! Так, 46, 47, 48, 49, 50. А так, вот это так. И работнички. Так, улучшить сразу. Вот, они тебе будут на этот склад таскать. А те склады пускай там будут. Потому что тут еще будут отсюда таскать. Поэтому пускай сюда таскают все. Так, по электричеству нормально, да, пока? Пока да. О, 50 человек, отлично. Так, эту штуку, да, можно еще улучшить, но у меня нету пока этих шахты. Изотопы. Так, пацаны перерабатывают весь этот срач ихний. Которые устроили, ты понимаешь. Так, электричество нормально. По топливу главное, чтобы не просесть. Ну, вроде нормас. Хотя... И не увеличивается, вроде не уменьшается. Да, держит. На одном уровне. Поэтому неплохо было прокачать бы ее еще больше. Можно пока убрать что-нибудь сидеть. У нас такая пьянка. А одного завода вполне хватит. На переработку всего. Так, а свободные руки. Наши руки не для скуки, да? Вот, соответственно, пойдут в дело. Так, вот это надо тоже выкупить все. Так, а, можно у этих пацанов купить. Давайте мне пожертвовать. Опа. Нормас. Вот еще можно выкупить. Не изотопов много надо. О, и теперь можно добывать. Так, тут что у нас? Вот тут нужно поставить опору. А, я не смогу. Надо ее тут будет ставить. И дальше идти. Ладно, мне нужно, чтобы вот эту вот штуку изотопную всю. 30 изотопов вырубали пацаны. Так, а пока можно вот это все покупать. Так, 51, да? Можно еще одного. Конверт. Все. Давайте тут оставлю. Да, двух вполне хватит. Остальные пускай работают. Бегают, суетятся. И можно, кстати, включить этот теперь. Вот так вот. Так, и так как это тут улучшило, это самое больше стало, то сюда. Все. Ха-ха. Так, минеральная шахта, да? Построить. Производство, шахта.
Насколько далеко ее можно поставить? Не очень далеко, конечно, но вот сюда можно ее впихнуть. Кстати, а шахту можно еще прокачать? Да, можно, кстати. О, цените, цените, я бегают как. Дайте скорость поменьше поставлю. Толпой сразу же теперь. Хренак народу-то дофига стало. Прикольно. Сколько стоит закопаться? 3200. Нормально. Там, кстати, пошла это самое делаться. Главное, чтобы эти не полетели. А, еще военный хотел поставить. А, я и поставил. У меня пока это важное дело делается. Вот, я может сюда 3 посадить. Но лучше больше нельзя, да? Мне кажется, склад я зря сюда это поставил. Можно было бы, наверное, шахты объединить. Да, этот склад, наверное, разобрать. Снес. А это улучшить. Так, что тут посмотрим. 54. Все равно топливо как-то не набирается больше. Ну, электричество, естественно, не будет поседать пока. Так, шахта. Давайте посадим пока одного пацанчика и улучшим сразу же. Так, и думается мне, тут надо где-то поставить турельку. Выкупить кусман земли. Еще сразу улучшить. Давайте, у нас есть все на улучшение. Выйти, кстати, может уже улучшить. Склады. Так, что там по людям? По людям, пацаны. Летят. Летят и утки. Интересно, если еще один склад поставлю, нормас будет? Или нет? Ой, не склад, а этот самый. Добычу шахту. О, вот тебе тут может троих посадить. Свободно. 492. И складов понаставил. Почему свободно так мало? Так, энергия. Давайте я поставлю еще. Электростанция. Два штука. Так, производство. Шахта. Вот если поставлю. Да, можно еще одну шахту, кстати, поставить. Даже не одну, наверное. А, максимум 10, что ли, или что? Чуть непонятно. Ладно. Пускай качает. Так, что там, прилетели кто-нибудь? Ну, один за 12, один за 4. Ну, вот этого, ладно, возьму. Есть кто-нибудь поинтереснее, пацаны? Тут людей нету. Жить, понимаешь, людям негде. А они хотят жить. Ой, весь мусор выносит, кстати. Так, можно сразу улучшить. Так, ну тут нормас пойдет. За 8. За 8 что-то. 2 этих. Тут за 8 4 купил, а тут 2. Земляне не очень как-то. Дорого берут. Если бы они были эффективные, конечно же. Давай. За 18.5 пойдет, ладно. Что у нас тут? Ага, не хватает энергии.
Сейчас это улучшим. Вопрос. Сейчас сразу две будут. Надо, чтобы это топлива хватило. Тут что-то смотрю по топливу, как-то не очень тут. Не густо. И шахту, кстати. Так, о. Опа. Теперь с энергией все в порядке. Все в порядке. Так, и можно работничков сделать. Кстати, я думаю, тут склад этот нафиг не всрался, если честно. Снос. И чё, и куда она? Просто улетучилась. А, не, они потом перенесут, наверное. Так, тут можно поставить вот эту. Центр обращения, ну сейчас только не перетаскают. Людей много, перенесут все в склад. А, они в соседние, это самые, в соседние хранилища перетаскают. Как оно заполнится, будет в те таскать. Пускай таскают. Так. Тут чего? Улучшить еще. Сколько-то осталось? 16. Нормально. Электричество вообще нормас. А вот с топливом 838. Топливо начинает все меньше и меньше становиться. Если до 1000 упадет, поставлю еще одну топливную хренотень. По мусору нормально, кстати. На мусоре можешь одного вообще оставить. Остальные заводы, кстати, можно пока отключить-то. Зачем мне будет жрать электричество, которое мне так надо? Если нужно будет, я тогда просто включу усилию производства. Так, все, вы там перетаскали, да? Я могу делать. Еще центр обращения не поставить. Как он стоит-то? Во. Так, тут чего? Ты чувака давайте. Так, людей, людей заберу. 8 за 16, отлично, беру. Только мне, наверное, не хватит или хватит. 32. Можно еще, кстати, один дом поставить. Вот сюда два дома можно население поставить. Жилой блок, хоп, хоп. Такс, 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 такс. Значит, что? Энергия. Оп, стоп. Вижу, 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 вижу. Так, давайте. Она включена, надеюсь, все. Да, включена. Так, остальным закопаться. Сейчас я поставлю сначала всех. Закопаться за 1600. Блин, они вынесли. Нифига себе, их там налетело. Монтировать сразу. Блин, сломал мой самый крутой этот самый печку. Блин, это не достает. Все, конец игры. Ах, пидорасы.
Так, я загрузился, тут пока делается, тут это еще не построил, да? Окей, тогда я делаю что? А, это еще не снес даже. Вот эту снести. По-любому. Так, тут что у нас? Ноль. Так, электричество здесь вырубаю. Еще если что, закопаются пацанчики. Так, вот тут поставлю еще одну турельку. Плюс вот эта турелька не прокачана ни разу. Надо ее прокачать. Так, где еще турельку поставить? А, тут есть. Давайте еще... А, ну еще население хотел поставить. Жилой блок, два штуки. Так, и турельку по-любому нужно еще поставить. Где-нибудь, не знаю, вот тут вот. Потому что такая пьянка пошла. Прилетают какие-то матерые эти твари, убивают. Так, и еще военные не помешают турелька. Знаете где? Вот тут вот. И тут будет это стоять. Вот тут, наверное. После здания. Все, пошла жара. Так, по электричеству нормас 31. Так, энергия, ну все равно... А, у меня нету этих самых... минералов. Так, а тут производство я поставлю... Поставлю шахта тоже, на которой нет минералов. Ладно. А что тут электричества нету? А вот эту штуку надо просто улучшить. Так, и людей. За 6. Давайте. Так, турель сразу улучшаю. Все турели должны быть прокачаны. Как не в себе. Сюда даже можно посадить сразу чувачка, чтоб сидел охранял. В каждую прокачанную турель хотя бы по одному надо посадить. Они должны включены быть. О, все. А потом и что будут дополнять, скажем так. Так, энергия, энергия. Опора нет, электрохранилище нет. Электростанцию. Раз, два. Еще две штуки. Так. И производство шахта. Шахта. Раз. Все, ништяк. Так, а тут что? Никто не работает, улучшить. И посадить работничка. Так, вот этих можно, кстати, пацанчиков. Так, а, я еще хотел поставить, пока эти пидоры не полетели. Вот эту штуку. Мне нужны новые работнички-то. Так, тут что? Не хватает изотопов. На улучшение. Тут желательно бы улучшить. Но опять-таки изотопов не хватает. Эти не носят, все заняты. Заняты, понимаешь, они тут. Минералов можно 8 штук урвать. Можно 12, 7 купить. Давайте и вот этих. Так. Так, отлично построилось. Ну, пока турельки, пока турельки. Вот эту турельку тоже улучшить. На нее, потому что пойдет максимальный урон, мне кажется. Такс. Посадим. Что тут у нас? Никто не работает, как так? Работайте. Ниги. Есть кто еще тут? Хочет к нам прилететь-то? Так, влияние, влияние. Можно вот это пожертвовать кредиты. Влияние. А это пока можно, кстати, отключить штуку. Тем самым освободить работничков. Центр обращения надо сразу улучшить.
Так, где еще туры была? Вот это стоит, да, хранит вот этих все. Это хранит вот это. Где тут еще турель была? Вот она. Ее надо улучшить. Не хватает. Хотя она не практически стоит, она хранит эти. Ну ладно, пускай. Вот это одиночно стоит. Ее только может вот это прикрыть. То не факт. Тут бы еще тоже поставить турельку, но денег нет. Денег нет, но вы держитесь. Так, о, улучшить. И это, а, это не могу улучшить. Ждем-с. Может вот это, а, тут можно посадить пацана. Таскайте, ёпта, иметь. Минералы 10, свободных 0. Можно одного пока вытащить. Один хер не таскает. Ой, пускай таскают. Вот, смотрите, как она работает. Выкачивает. Я уже всех, кого мог, напряг. О, через 4 минуты нападут. Отлично. Тебе видно, кстати, нападение. Это, наверное, баг был. Так, где турельки, где турельки, где турельки? Так, военные, военные. Не хватает минералов. А что можно забрать на минералы? Тут сколько минералов? О, выкупить, утилизировать. Я бы еще одну турельку поставил. Так, эту, кстати, тоже надо уже оседлать, турельку. Где какие еще не включены? Чтобы все были в работе. Что я зря строил, что ли? 3 минуты как раз сейчас долетят эти ублюдки. Так, все, все включены, все работают. Что у нас тут по этому? 750. Так, вот можно еще... А, не, нельзя еще. Ладно, раз нельзя, так нельзя. Сейчас уже прилетят скоро. Тын-тын-тын. Ленте они носят. Вы это видите? Толпа такая. Все, и все на эти склады тебе носят, отлично. 73. Кстати, можно это улучшить. Пока что. Где эти ублюдки летят, нет? Сейчас полетят. Давайте пока построю еще турельку. А, тут будет электричество. А не построить турельку. Вот тут можно построить. Ждем-с. О, пацаны потащили. Я жду этих ублюдков. Опа, 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 прилетели, летят. Закопаться. Город уходит под землю. О, ништяк. Ну, теперь зашибись, нас напали. Давайте, пацаны. А тут не сидит, тут не сидит. Срочно его. Блин, как я лоханулся, ну ладно. Ну и все. Поздно. Поздно бить по боржоми. Когда почки отвалились. Так. Отремонтировать, отремонтировать. Так, выкопаться. Мы сами выкопались. Прикольно. Так, одну оставлю. Что-то покоцано. Турелька подкоцана и ремонтирует.
Так, вот этот-то носит. Ничего не хотят носить. Может, кто-то принудительно, не знаю. Все это носить-то. Так, отремонтировать. Ну, кстати, я, наверное, оставлю одного, пускай сидит. Охраняй. Так. Что, центр я сделал, да? У меня 6. Могу. Раз, два, три, четыре пока. Пускай будет. Деньги имеются. Кстати, влияние можно купить. Это можно улучшить. Так, нужно еще вот эту по-любому выкупить. И артефакты 5 штук аж. Нифига себе. Выкупить тут один. Забираем. Давай, чувак, избирай город. Так, тут одного вполне хватит. Чувака. Че по населению? 20-42, да? Мы можем сразу 15 купить. Так, 55-57. О, отлично, можно еще одного. Даже двух. Отлично. Все, работнички есть. Что по электричеству? По электричеству голяк у нас. Жесткий. Жесткий голяк. По топливу пока нормально. Держит, держит марку. О, электричество начало поседать, кстати. Давайте я пока турельку вынесу. Разберу. А, там никого нету. Ту-ту-ту. Почему вот из этих не носят? Давайте, носите. Шахты должны работать, и вы должны носить. Обязательно. Заполнено. Понятно, что заполнено. И эти ублюдки не носят. А вон начали носить. Та-та-тан. Что еще тут можно? Так, еще одну. Еще улучшить. Нужно больше электричества. Так, домики. А что тут у нас? А, тут я этот. Тоже хотел улучшить. Сейчас электричество появится. Домик можно улучшить. 31-32, нормально. Тун-тун-тун. Кстати, с отходами да, все очень даже прилично. Дайте я зайду на фабрику. Так, а куда я складывал? Сюда, нет? Да сюда. Ой, даже не заполнены. Все переработалось. Отлично. Во! И тут это самое почистилось. Отлично. Все, энергию давайте. Опору. Естественно. Потом военный командный центр. И турельку. Все, давайте, идите стройте. Нефиг сиськи иметь. Так, а я тем временем еще... А, центр обращения не могу. Добывают, но эти не таскают, ублюдки. Вы не таскаете-то? Таскайте сюда все. Можно, кстати, еще построить. Производство, шахту. Да, только из чего?
Во, вижу базу их. Вот она. Понятно. Так. Улучшить. Одну почти нашел. Сейчас еще улучшу. Так, кстати, у меня по электричеству... А, по электричеству пока... Че по топливу? 46. Еще есть. Улучшаем эту. И вот эту можно, кстати, включить на бабки. О, не. Не будем включать. Этого не хватает. Так, тут что? Еще командный центр улучшить. Турельку тоже, кстати, улучшить. И посадить надо будет чувака сюда обязательно. Чтобы она покрывала. И эту штуку улучшить. Так, еще улучшить. Это максимально улучшено. Я понял, почему такая посадочка была. По электричеству стала. Я же вот эти новые строю. Собственно, поэтому посадка. Кстати, тут можно исследовать и выкупить, наверное. Выкупить. Вот тебе можно посадить сюда двоих. Тоже исследуй. Так, электричество сейчас будет очень мало. Сажаем чувака. А теперь нормально. Все. Теперь-то нормас. Да, вот она их не эта база. Верх мятежников. Минус одна, один будет, да? Так. О, там, кстати, карьер еще есть. Мне нужно до верха добраться. Так, давайте вот так вот. Выкупить. Хватит мне денег. Так. Исследовать, пацаны, исследовать. Продолжаю выкупить, исследовать. О, забираем, утилизируем, забираем. Отлично, пошла жара. Сюда посажу чувачка обязательно. Выкупить. Надо командную область еще сделать больше. Выкупить. Так, это что, утилизируем? Это тоже на науку разбираем. Мне кажется, они носят вот в этот склад. Он типа не заполнен. Они сюда натаскают. А можно, интересно, фильтр? А, во, сюда можно отходы. Во, оцените, тут оказывается какая фигня есть. Во, чтобы они сюда не таскали, в этот склад, можно фильтр поставить. И они будут таскать. Во, и сюда тоже таскать фильтр. Давайте сюда. Отходы не надо. Минералы, а сюда вот эти фильтры, изотопы. Вот так вот. Во! Вот теперь пойдет жара. Тебе будет все как надо. Я не буду бегать куда надо и таскать, что надо мне. Ништяк.
Кстати, а вот тут можно что-нибудь тоже такое замутить, не? Интересно, может такое объединить? Так, ну я тут выкупил все. Тут что нужно? Командный центр поставить. Энерговышку. Так, а где тут? До куда она идет? Аж вот до сюда. Выкупить. Исследовать. Тан-тан-тан. Чё, только минералы? Утилизировать эту хренотень. Тоже утилизировать. Мне извлечь минерал. Во, ну теперь нормально все. Ну, рабочих все же, я вам скажу, не хватает. 5. Верх мятежников. Пацаны пока работают. Мы работаем, люди в курсе. Так, топливный бункер нет. Ну, давайте вот эту вот штуку поставлю. По верфи. Электричества, конечно, не хватит, поэтому я поставлю еще вот эту штуку. Нас добьет. Должно. Так, с электричеством нормально пока, да? А вот с топливом что? Ну, уменьшается, конечно, но ну, пока хватает. А, мне, кстати, можно зайти пока сюда. А, и тут, кстати, это выключена штука. А, ну я пока не буду включать. Мне люди нужны. Мне кредиты пока не особо нужны. 4000 закопаться стоит. Сейчас первый лагерь этот мятежников. Надо поработить. И, кстати, вот эту минеральную жилу бы тоже. Сразу лучше на максималке. Бля, а тут без прикрытия. Выкупить, исследовать. Кстати, одну этих вышки можно поставить и объединить. Не, объединения у них нету даже такого. В единичном экземпляре. Потому что, видите, сразу кнопочки все объединить. Тут такой кнопочки нету. Так, и еще раз улучшить. Тут извлекаем эту хрень. А, я же хотел еще эту построить. Я не знаю где. Да тут, наверное, и построю. Центр обращения. А мне не хватает чего-то. Не хватает. Тун-тун-тун. Так, энергетика. Это станция. Лишним не будет. Все. Чего не строится-то? Идет строительство. Народ далеко, это ресурсы таскает. О, гляньте, бегут. Прикольно. А что у них тут? Лагерь бездомных. Еще, кстати, надо будет улучшить. Так, это сделалось. Опора. Ну, до этого как раз не хватает. Кстати, можно... Получится выкупить. Надо много, наверное, чего-то. Пускай, ладно. Так, 21, да?
нету. Можно... Да я, мне люди нужны. Да, хотя ладно, включу. Электричество есть. Чё по людям? 4,45, да? 69. О, это дорого. Невыгодно мне вот это покупать. Можно сделать раз, два. И все, пока. За 4, за 4 можно взять, кстати. За 12 нужно ресурсиков подобрать. Давайте, ладно, и одного чувака. Чего не строится-то? Понятно. О, нападение, нападение. Блин. Я тут еще не построил этот самый пушку. Вот так вот. Так, тут что у нас? Тут пушка активирована, нет? Садись. Так, это вырубаем тогда. Так, тут сидит. Сюда обязательно посадить. Сюда посадить, тут сидит, тут не сидит. Посадить. Так, 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 что еще? Тут сидит, да? Тут я посадил. Так, разворачиваем все. Так, везде пушки задействованы. О, тут еще не задействовано. Посадить. Так, тут задействовано, все нормально. Ну, все, тебе можно будет закопаться, и никаких проблем не должно быть. Так, пацаны тащат еще что-то. Командный центр. Успеют они, интересно, построить? Не успеют. Чуваков я всех посадил. И что, я закопаюсь? Тун-тун-тун. Секунд. Да, давайте закапываться, наверное. Город закопался. Остались турельки. Кстати, а вот этот... А, эти не закапываются, кстати. Командные центры. Ну и где их не эти самые... Он летит, летит, летит. А тут вылетел? Это нет. Так, ну этому сейчас пиздец будет сразу. Постоянно Так, ладно. Так, еще летит. А где еще? Давайте, пацаны, со всех турелей их. Ништяк. Он еще один летит. А, тут две турели. Уже одна. Сломал ублюдок турель все-таки. Так, ладно. Военные. А мне нет денег. Так, ну и все, в принципе. Тут-то я оставлю. Вот эту турельку я. Оп. Можно отключить это, отремонтировать. Так, эта турелька тоже не нужна, пока можно выключить. Это тоже не особо нужно. То оставим. Все. Турель мятежников. Выкупить. Опа. И чё? Весь мятежников. Первый уровень. Я могу снести его, да?
Так, а это что, это какой-то, это? Лагеря всякие. Ну, давайте улучшим. Так, людишки, людишки. Чё можно? За 6 можем взять. За 4 тоже можно взять. 73, отлично. Улучшить. Так, деньги есть. Ну, можно поставить на производство. Так, электричество 31, нормально, хватает. Так, еще улучшить. Она не хватает ресурсиков. Они чуть не таскают почему-то. Почему, не знаю. Пускай, мразь. Может, неудобно стоит. И теперь полненные, тоже заполнены. Не все люди. Работающих гаражах 7. Все где-то бегают, я даже не знаю, где они. 70 человек и никого нету. Днем с огнем не сыщешь. Если я выкуплю лагерь бездомных. А, оно просто исчезает, да? А это снести можно. Опа, все, минус один лагерь. Штаб мятежников. Опа. Снос. Все. Все, штаба нету. Так, отлично. Мне кажется, игра просто тупо забаговалась. Так. Ну, минус один штаб, это уже хорошо. Дальше, дальше, что я хотел. Что-то я вижу. Что это? Кратер, что ли? Так, это извлечь. Пойду сюда. Выкупить. 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 Исследовать. Исследовать. А, тут заполнено. А, ну этих палец заполнено, этих-то не заполнено. Фильтр, изотопы. Давайте так. Все тоже включим. Где-то вы будете таскать, нет? Приходите, вообще ничем не заняты, мужики. Чего не таскаете? Так, а сколько я могу еще двух сделать? Даже трех. Даже больше. Так, и можно, кстати, людей. Давайте возьмем. Продано! Так, на 6 секунд сейчас еще какие-то приедут. О, 2 за 4, это нормас. Так, исследовались, да? Это забираем, это разбираем, это забираем. Чуваки стоят вот, они ничего не делают. Сиськи мнут. Но они и не таскают, самое главное.
А можешь выточить? Да не. Шахта. Кто знает. Чего носить не хотят? Давайте я поставлю вот так вот склад. Вот здесь вот. Вот так вот около этой штуки. Склад. И сейчас еще шахту тут поставлю, посмотрим. Поэкспериментируем. Может, надо все-таки оставить тут. Что-то какие-то чуваки стали пассивнее, если честно. Непонятно почему. О, вот это нормас. Это тоже возьму. Космопорт. И 3 за 8. Ну давай, дайте за топ возьму. Тут что-то вообще как-то нету. Все очень скудно. Так, энергии нет, производство. Шахта. Требуется изотопы 2-3. Но они не носят изотопы, пацаны. Что сделать, чтобы они носили? Может, ты посадить? Дать тут минералы. Местное хранилище. Нет свободного места. Странно. Может, давайте построю туда фабрику тут ради фана. И фабрики хранились, натыкаю. Может, тогда будет нормас. Я не понимаю, как это работает. Они тут тупо с этой самой не носят изотопы. Почему так? Их просышь. Так, что у нас тут электричество? Вот так вот. Давайте вот так вот. Опа, выкупить. 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 Так, исследовать, исследовать. Так, эти пошли исследовать. А, и я хотел купить еще это. Так, мне нужно изотопы, изотопы. За 10 этих. Давай, изотоп. Еще изотоп, еще изотоп. А тебе продать. Все нормально же. Тут можно склад, кстати, поставить тоже. Складской контейнер. Например, вот так если поставить. Выкупить. Давайте разобрать. Выкупить. Утилизировать. Так, исследуй, исследуй. 6274, отлично. Так, ну и давайте тут. Сюда вы будете таскать или нет? Или может, знаете, что я думаю? Может, реально нужно ставить хранилище прямо около этой... А, ну я что хотел потестировать. А, ну я тут поставил, да, производство. Давайте шахту. Шахта.
Вот сейчас посмотрим. Так, и тут вы будете таскать чисто минералы. Шахту. Вот и посмотрим, как оно. Ну тут, кстати, в этой шахте свободного места нету. Они сюда уже таскают минералы. Так, и тут я тоже тогда шахту поставлю. Производство шахта. Вот так. И склад. Ну давайте. Так, и на складе, соответственно... А, ну подождите, поставился. Заток нужно. Так, вот тут одного пока поставлю. Все равно не таскают, в принципе, ничего. Можно вообще отключить пока. Так, а, улучшить я не могу, не хватает изотопов. А, хотя и не надо войти. Так, мне нужен контейнер, складской контейнер. Вот, оп. Все, пускай ставит. Жилой блок. Так. Извлекаем. Утилизируем. Изотопы нет, не пойдет. Утилизировать. О, 12 изотопов, отлично. Так, ну и тут посадить, естественно, нужно одного чувачка. Тут тоже можно. Оп. Ну и чё? Мне не хватает этого, что ли? Топливо. Так, люди, люди, люди. Есть люди? Давайте пока кредиты скину. Еще работника. Так, тут у нас фильтр стоит, да? Только на минералы. И все равно, смотрите, 5 минералов, и оно не работает. Оно сюда не складирует. Как сделать так, чтобы оно складировало? Странная фигня. Интересно, тут никаких дорог нету, еще что-нибудь. Памятник совету. И что он будет делать? Давайте поставлю сюда. Перед зданием совета. Памятником. Я правда не знаю, что он дает. Но тем не менее поставлю. Так, во, эта штука построилась, давайте. Так, ну это работает. Ага, вот начали вытаскивать, да? 65. Так, ну я думаю, мне кажется, тут уже не будет, наверное, вправо-влево, вот сюда надо ехать. Тут 100 пудов будет еще. Выкупить. Выкупить. Да куда можно выкупать? Вот отсюда аж. Выкупить, исследовать. Так, это утилизируем, утилизируем, утилизируем. Так, кстати, это покоцано, нужно отремонтировать. Люди еще есть, кстати. Склад. Если я лучше.
А, и тут, кстати, тоже фильтры. Отхода нет. Изотопы. Чисто на изотопы будет. Тут на... А это на все, да? Что такое? Ага, пошло присаживаться. Понятно, топливная турбина еще одна. По топливу пошла просадочка. Сейчас они все выжмут и все, и не хватит. Пока еще запасы есть. Нормально. Кстати, вот эту бы турельку еще качнуть. 6. Шахта работает. Мне, кстати, за это самое заносит. Давайте улучшим склад. А это как-то не хочет работать. Может, нести ее к чертовой матери. Так, утилизировать. Нифига себе, утилизировать. Войти. Можно выбрать что? Например, изотопы. Так, можно еще поставить один складской контейнер. Еще денег много. Денег куры не клюют. Давайте тоже изотопы. Топы. А тут можно поставить минералы. Минералы. Нужно отходы. Тут уже все поставить. Посмотрим, как оно будет. Так, мне еще генную клинику бы улучшить. Кстати, можно еще даже двух сделать. Вот шахта, может, работать бесконечно, на самом деле, добывать. Но все упирается. А, максимум рейд 0. А, все, она не может. Ее высосали или что? Давайте попробую вот эту снести штуку. Снос. Извлечь. Так, а тут куда идти? Сюда или туда? Чего вопрос? Я вижу, тут можно пройти. Выкупить. Так, а мусор начал накапливаться, кстати. Давайте сюда чувачков. Можно включить тогда
еще переработку. Чит он накапливаться начал. Ну-ка быстро все переработать. Да, это зря так сразу много, ну ладно. Ага, максимум рейд 4, да? Давайте это улучшить, если это улучшить штуку. Где-то еще складец. Еще склад улучшить. Лучше. Ведь здесь еще можно пойти. Так, по электричеству нормально. Можно. А, я же эту хотел. Еще лучше. Улучшим. Так, тут пацаны у нас есть. Пацаны. А вот чё? Чё хорошего? Улучшаем еще. Еще улучшаем. Так, не надо людей там, наверное. А, и надо продать ненужное. И купить людей. Кто тут хочет к нам присоединиться? 16-0. Вот изотопов можно взять. Отходов нет, это не пойдет. Кстати, а вот тут вот... А вот тут можно, кстати, вырубить. Чтобы не так много жало энергии. Вот так вот пока. Так. А один чисто оставлю. Ну вот изотопы 10. Как сделать так, чтобы они носили? Шесть. Давайте улучшим эту хрень. Тут набивается... О, волна, волна идет. Так. Отлично. Сажаем пацанчика. Так, тут сидит. Так, тут не сидит. Посадить. Лечить, посадить. Блин, а тут не... Я тут турели не построил, да? Мне тупо не хватило. Так. Где еще не включена? Вот она. Странно. Так, вот есть, есть, есть. Вот она. Так, тут что? Тут идет чувак. Тут нормас. Так, ты 3 минуты до нападения. Успею улучшить? Не хватает еще немножко изотопов.
Но он добывает тут, видите? Он почему сюда не складывает. Так, пока они летят, могу еще сделать работничков 69. Вот так вот. И можно людей, кстати. Оп, оп. Можно продать что-нибудь. Ноль. Кстати, тут хранилище уже заполнено. 160, офигеть. Быстро оно заполняется-то. В отличие от этой хренотени. И откуда там, кстати, мусор появился? Отходы. Дети. Давайте закопаемся. Готово. Все, идите сюда, идите. Родные, где вы тут? Ну, с этой стороны уже летать они не должны, мне кажется. Ща, ща, родят. Ежика. Вот он, вот он. А, блин, с этой стороны летит. Туда летит. Бля, нет, там две турели, нормально. Так, давайте, стоп. Вот, вот они уже пушки начали обстреливать. А, ну эти две. Ну эти сейчас этих распидорасят. Так, а этого? Тут две турели, нормально. Блин, а вот тут не прокачано. Еее, минус. Сейчас этих добьют. Там еще один летит. Ёб вашу налево. Давайте отремонтировать сразу. Куда вы вылазишь, э? Он откуда-то оттуда полетел. Туда надо еще вниз идти тоже. И все больше и больше полетает. Свиней. Отлично. Выйдет здание, вылезло почему-то. Какого хера вылезло? Так, ладно. Что, друзья, на сегодня, наверное, я закруглюсь. В принципе, две атаки отбил. Нашел логово этих... как его? Мятежников. И, соответственно, их нагнул. Вот. Неплохо, неплохо. Плюс тут понастроился, турели понастроил всяких. Что тоже, кстати, очень неплохо. Вот. На этом все-таки, да, закреплюсь. Поэтому не забывайте, как обычно, подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, ну и заходить на наш сайт, друзья. Всем удачи, всем пока.